Ребята, если вы хотите, чтобы сегодня вышла вторая серия, то есть две серии за один день, все, что от вас требуется, это просто поставить лайк. То есть, если мы набираем на этой серии 500 лайков, то сегодня выходит еще одна серия. Получается, что две серии. Выйдет она или нет, зависит от вас. И зависит от вас еще то, сколько серий выйдет в один день. Всем приятного просмотра! Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Minecraft с модом Pixelmon, и добро пожаловать в наш пятый сезон в 59-ю серию. Уже спалился, не хотел показывать, что я уже начал строить ресторан, но все же покажу. Ну вот, наконец-то тут у нас уже выросли вот эти. Я понял, почему вот эти деревья не росли, потому что просто-напросто им тут места не хватало. Потому что, как вы видите, листва большая в этих деревьях, поэтому не хватало места, чтобы они разрослись. Но сейчас уже классно выглядят. Тут у нас что растет? Какая-то фигня, не помню. И вот я еще одну новую сделал. Тут у нас лимончики растят с этой стороны. Я уже посадил. А с этой стороны у нас что растет? Алмонд. Ага. Ну, в принципе, вот. То есть две новые локации, где выращиваем фрукты, я уже добавил, поэтому мне кажется нормально. И вот, кстати, наш ресторанчик, какой он будет, то есть я его еще не достроил, но хотя бы уже начал строить, это уже нормально. Фух. Вот он тут как раз будет, знаете, то есть ресторанчик посередине сада. Мне, если честно, кажется, что будет круто. О, как раз в нашем ресторанчике заспанился. Окей, хил. Наверное. О, еще, знаете, такие культурные через выход всей толпой выходят. Такой, как бы знаю, да, что я типа хозяин пришел в ресторан, вываливайтесь отсюда. В принципе, уже ночь потихоньку, или еще только закат, поэтому я не знаю, будет ли действовать даскбол уже или нет. Будет. Замечательно, ребята. Словили мы шайни Граулита. Ну что, тут у нас такой будет потолочек, то есть вот у нас вход в музей, да? Тут мы немного спускаемся, вот так, и вот такой у нас музейчик будет. Какой же музей, я уже на этом музее прям с ума схожу. Ресторан. Тут у нас будут кушать посетители, да? А тут у нас будет кухня, где будут вот это все приготавливать. Но, конечно, я еще вот это все не достроил, как видите, еще много чего нужно строить, крышу ту же. Но хотя бы, знаете, уже общая картина показывается, что и как будет. То есть тут у нас будут столики с креслами, и плюс к тому это охрененно, потому что нам не нужно будет ставить, да, какой-то, например, там, блок, да, поставили блок, типа это стол, и вот тут поставили, как это, лестницу, ступеньки, и тут ступеньки тоже так поставили, и типа это кажется, что это столик. Зачем? Зачем нам так делать? У нас же, ребята, есть мод на стулья, на столы, на кресло, на все другое. И, в принципе, зачем нам делать с ванильного майна, да, что-то, например, сделать ванильные стулья и кресло, ну хотя кресло, ну, в принципе, да, и кресло, если мы это можем все с мода вытащить. И поэтому, ребята, потом будет круто. Там у нас кухня будет, и когда мы уже вот это закончим строить, то Рарбос. Когда мы это закончим строить, то, в принципе, мне кажется, это уже будет круто выглядеть все. И ресторан, и, в принципе, все. Я не знаю. Ну. Да не, в принципе, нормально. Он так смотрится, мне кажется. Как, ребята, оцените, классно ли или нет. Буду вам благодарен, если напишите свое мнение. А пока ночь, чтобы не терять времени. В этой серии мы договорились, что мы заспавним Артикуно, то есть еще одну новую легенду. И, в принципе, мы, наверное, это и сделаем. Только, чтобы это сделать, нам еще нужно несколько покемонов убить. А чтобы это сделать, нужно их найти. И плюс к тому, мы их и будем убивать и прокачивать наших покемонов. Потому что, смотрите, 5 уровней осталось Вапориону и 8 уровней осталось Алаказаму. Если мы постараемся, то, в принципе, в этой серии мы даже это сделаем, и в этой серии мы уже их выложим в компьютер, если, конечно, действительно, мы очень постараемся. После них мы уже, в принципе, будем прокачивать и Пиплопа, и Манкия, и Шинкса, потом уже их очередь. Ну, как бы, сейчас у нас очередь Вапориона и Алаказама. Вот как раз по одному уровню вроде. Да, вроде по одному уровню получили. Если еще вы бы не сражались, было бы вообще круто. Так, еще раз.
Ну что вы там? Ну что вы там? Ну, это долго будет, поэтому валим отсюда нафиг. Фух. Да. Ну, если постараемся, горю. Посмотрим, ребята, посмотрим, что с этого получится. Если за ночь мы прокачаем, это будет круто. Если не успеем, то не успеем. О. Зато в этой серии мы добавим новых подписчиков в музей. Но в конце серии, походу. Сейчас, в принципе, нужно прокачиваться, пока есть возможность, пока есть ночь. И не только самому, а еще оп, в то же время. Ни хрена себе вас тут заспавнилось. А кто с кем? Это что нахрен? Групповой бой какой-то. Кто с кем бьется? Кто с кем дерется? Ребята. Это что за хрень? Кто с кем бьется? Я не могу ни в одного попасть, потому что все в бою. Кто с кем дерется? Дайте я пойму. Это что какие-то... Я не знаю, ребята. Ладно, если бы было 4 бишарпа, были бы какие-то клановые войны, да? Сейчас строят какой-то групповой бой, что ли? Я такого еще не видел, честное слово. Да, это что-то новенькое, чтобы 3 покемона в одном бою были. Или они просто залагали, что, наверное, так и есть. Но все же это прикольно выглядело. 3 дурака бишарпа между собой там что-то бьются, пинаются, и хрен вообще знают, что там происходит, да? Один бьет другого, другой бьет третьего, третий бьет первого. И все. Короче, хрень какая-то, я еще такое не видел, честно. Ну да ладно. Не, ну просто смешно, смешно. 3 покемона в бою, это непонятно. Так, это нам не нужно. Ну что, ты там уже... Нет, не добился. Вот так. Давайте, давайте, спамьтесь, ребята, бишарпы. Что там, уже середина ночи, уже скоро утро. А вас как-то нету. В принципе, вы нам нужны. Во. Во, Вапорион еще 2 уровня. Какой у нас... А, я просто сейчас вспоминаю, какой у нас следующий будет? Желтион, да, у нас следующий будет. Потом Флорион вроде. И напоследок Амбриошка, наверное. Так, где еще вот этот бишарп? Вот он. Ну дай уже уровень нашей Иви, чтобы мы уже валили отсюда. Нет, не дал. Вот эти разборки, то смотрите, вот этот бишарп с этим саблеем, ну сколько уже дерутся, никак разобраться не могут, кто сильнее. Тут ему ни хрена урона не наносит, этот ни хрена ему урона не наносит. Сейчас с одного удара убил. Ну сколько там еще арбу, ребята? В этой серии 1000000% нужно его уже докачать. И, в принципе, в этой серии уже наконец-то заспавнить Артикуно. Где еще один? Вот ты спрятался. Хотел спрятаться. Так. Ну что? Наконец-то, ребята. Поздравляем. Вапорион уже 40 уровень. Уже можно, в принципе, выкладывать эту Иви. Сейчас следующий у нас по счету пипов, наверное, будет. Тоже к 40 уровню его нужно прокачивать. Фух. Вот вы опять, чурки, в бою. И вот эти не вступать уже вступили. Ладно. 26. Ну что вы там? Разобрались? Я постараюсь, ребят, постараемся сейчас прокачать наш кадабру, алаказама точнее. Ну давай, пипл, эволюционируй. Давай. Быстренько еще нужно алаказама прокачать. Там вроде 1 или 2 уровня осталось. Поэтому, в принципе, сейчас попытаемся быстро. 2 уровня, но ладно. Я надеюсь, успеем, потому что, в принципе, уже в скором времени утро будет. Да прям уже вот ча, наверное. Бабл бим. О, чё-то никак ему даже 1 уровень не хочет идти.
Шайни, шайни, Алаказам. Во, наконец-то, ребята, еще один уровень, мы его выкладываем. Уже утро! Уже нафиг утро. Хрен мы успеем, ребята, хрен мы успеем. А я хотел за эту ночь двух покемонов прокачать, чтобы уже наконец-то их выложить. Но Иви мы это сможем выложить, но Алаказам еще нет. Пожалуйста, пожалуйста, прокачайся. А если, в принципе, сейчас еще там к утру мы не успеем прокачать. О, все. 40-й уровень, замечательно. Сколько осталось? 21. Поэтому, ребят, мы сейчас быстренько летим на наш остров, наверное. Если бы я помнил координаты. 2875-1400, что ли? Ах, ага, хрен. А где вот 2400 минус 1200? Минус... Нет. Я не знаю, может... 1200. А хрен его знает где-то. Ага. Минус 2400. Да. Чё-то я вообще не туда тыпэхнулся. Вот так. Я сюда пришел, ребят, потому что нам нужно уже докачать вот этот орб, а тут осталось буквально 20 убийств, поэтому, в принципе, мы это очень быстро сделаем. А где самое больше покемонов? Конечно, на острове. Фух. Ну что, ребята, поехали. 20 убийств еще осталось. Нужно, а хотя как, нахрена нам взять летающего? Я хотел сказать, знаете, нужно взять летающего покемона, потому что если вдруг Артикуна слетит, чтобы его догнать. А у нас же есть крылья, это во-первых, а во-вторых, у нас есть уже улучшенные крылья, то есть зачаренные, поэтому вообще сейчас не нужно брать летающего покемона. Если бы не с зачаренными, то, в принципе, наверное, не нужно было бы брать. А так с зачаренными. Так, сколько? Еще 15. Ну давайте быстренько. Пипла, пипла, пипла. Еще и покачаем тебя чуть-чуть. Не скажу, что много, но все же. Ох ты ж. Так. Да твою нафиг, я не это хотел нажать. Уху-ху-ху-ху-ху. 12, ребята, мы уже почти тут. Мы уже идем. Артикун, вот ты там готовься, мы уже сейчас придем. Давай, давай, давай. Мне интересно, Сивадл у нас есть, сейчас посмотрим. Он был тут проп... Охренеть. А, вот он, есть у нас Сивадл, поэтому не будем мы его ловить. Быстренько. Сколько? 8, ребята, мы уже почти. Да твою нафиг, это ошибка. Сейчас быстренько перезайдем. Так, ну что, давайте, ребята, быстро. О, киндлеры. Принтлоп уже 28 уровень. Охренеть, только начали прокачивать, он уже большой уровень. Сейчас мы еще и принтлопа где-то к 30-му прокачаем, пока будем вот этих киллеров убивать. 6 уровней. 6 покемонов, точнее. Он уже 31-й, ребята. Не успел я сказать, что мы его прокачаем к 30-му, он уже 31-й. 32-й. Вот эти, наверное, сами между собой лучше будут разбираться, чем против нашего Грудоша, да, вступать в бой. Ну что там, сколько? Еще один, ребята. Кто? Ну давайте, Краби, пускай будешь последним в нашем орбе. Ху-ху-ху-ху-ху, прокачанный арбишка. Наконец-то, ребята, поздравляю всех с прокачанным арбом. В принципе, все, мы валим отсюда. И принтлоп уже 35 уровень, охренеть. Так, ну что, где наши... Тут один, там два, тут один. Ну что, 4300 минус 360, да? Па-пам-па-пам, потопали. 470... Ладно, короче, не успел сказать, уже забыл. 4700 минус 300. Ага, вот так. Фух, наконец-то, Артикуно, наконец-то. Сейчас ты словишься. Так, ладно, перед тем, как что-то делать, давайте очистим инвентарь. В принципе, тут больше даже ничего очищать не нужно. Вроде больше ничего. Ладно, ну что, Артикуно.
сейчас. Все, потопали. Фу, ну давайте. Паркбол при себе, при себе. Иди сюда. Сразу попали. Ну что? Квикбол. Залазь. Это 100%, ребята, да, даже без шуток. Вы не верите, ну ща увидите. Ща увидите, как он залезет в квикбол и будете офигевать. Ни хрена себе, Эдисон словил Артикуна квикболом. Ну ща, ща, ща. Да, если бы это так было просто. Не, а прикиньте словить вот так, это реально охренеть просто будет. Дайвбол, даскбол, левелбол, мастербол, паркбол. Залазь-ка ты в квикбол и не выпендривайся. Ща, ребята, мы его словим, не очкуйте, ща. Алаказан, Алаказан тут все порешает. Алаказан ща тут все порешает. Может. Может порешает. Не хочу, я не хочу даже бить, ребята. А вдруг какой-то супер крит будет, что мы его с одного удара захреначим. Артикуну, поэтому не хочу рисковать. Да ладно, иди ты в жопу, не будем мы тоже херней страдать. Залазь в паркбол, да и все. А ща, если еще с паркбола вылезешь, то вообще охренеешь. Ну чё, замечательно. Словили мы, ребята, Артикуна, новая легенда. Поздравляю всех с новой легендой, это круто. Так, вылечимся. И домой, все, уже можно домой идти. Следующий... Дайте подумать, кто у нас следующий. Следующая легенда будет. Ультимейт. Было бы круто, если бы мы нашли Забдуса. Алтарь Забдуса. А если мы его не найдем, то я даже не представляю, кто у нас следующий будет. Может Лугия, может Кьогр. Ну, если смотреть на то, кто как будет спавниться. Я тоже, знаете, от меня это не зависит. Ну ты где? От меня, ребята, это тоже не зависит, поэтому я не могу решать, кто заспавнится. Не, ну, если мы постараемся найти алтарь, то... Но это тоже не от нас зависит, сможем мы найти алтарь или нет, знаете. Заспавнится, заспавнится, не заспавнится, нет. Ух, замечательно. Класс. Сейчас еще Алаказам эволюционирует. Шенкс. Ну, пожалуйста, добей. О, замечательно. Принплоп выиграл. О, еще и убили Алаказама, чтобы он не выиграл уровень. Потому что если бы он получил уровень, это было бы жопа. Нужно было бы его дальше еще прокачивать. Я вижу там шайни, ребята. Не переживайте, что я его пропущу. Но этот Меджикарп ща увидите. А если не увидите, то будем гадать, кто это был. Ну, мне кажется, хотя хрен его знает. Возле воды. Ну, ща посмотрим. Да, посмотрели. Ну, да ладно, пофиг. Диглет был, как всегда, да? Принплоп. Какой принплоп? Уже Эмпулеон. Ой, Шинкс эволюционирует. Ни хрена себе. Ну давайте, давайте, как-то много эволюций. Давайте, Шинкс. В принципе, все. Мы сейчас идем, ребята, двух уже покемонов выкладываем. Берем новую Иви. На место Алаказама, я не знаю, Алаказам психический, поэтому... Ну, может, тоже какого-то психического возьмем, если у нас он, конечно, есть. И Эмпулеону еще 3 уровня осталось. Не так уж и много. Вот так. Опа. Ультимейт. Вы, походу, издеваетесь с этими ультимейт-боссами. Я бы за... Он... Нет, не хочу рыться. Не хочу. Даже если ультимейт... Так, ну что, перед тем, как идти в музей добавлять новых людей... Давайте быстренько выложим вот эти все вещи, которые мы, в принципе, сейчас добыли. И точнее, хотя бы поставим их пережариться. Вот так. Вот так. Угу. Это мы добыли. Артикуна у нас в компьютере. В принципе, потом и Артикуну, и Забдуса мы, может, еще чуть-чуть даже и прокачаем. Да, Молтреса. Вот так. Вот так, вот так, вот так. Ага. Вот так вот. Вот так. И вроде больше ничего. Еще вот сюда вот это. И вот это. И вроде все, все мы выложили. Фу, ну что, ребята, потопали.
потопали, больше вроде ничего не нужно, поэтому идем мы быстренько в музей, ставим новых людей, и на этом мы уже, наверное, заканчиваем эту серию. Ну, и потом еще возьмем новых покемонов. Двух новых Иви, еще кого-то, посмотрим. И в следующей серии мы уже, в принципе, Эмпулеона быстренько прокачаем, тут пару уровней осталось. И все, и берем тоже... Аж вот-то точно. И знаете, что я еще вспомнил? Спасибо, кто мне сказал. Я реально вспомнил, что у нас еще нету... У нас еще нафиг нету Синдаквилла. Вот это жопа, если честно. То, что у нас нету Синдаквилла, это очень хреново. Я забыл вообще про него. Ладно, на Чермиллиона у нас попадает. Так, это сюда... На Чермиллиона у нас попадает Дарья Пришвина. Я тебя поздравляю, ты активно комментируешь, поэтому ты сюда попала. Кто у нас еще тут свободен? Агрон, да? Быстренько сейчас, ребят, посмотрю. Дальше у нас по списку идет. Сюда у нас попадает. М. Вот. А, мистер Аноним. Допустим, пускай будет вот так, Аноним. Дальше. Кто у нас еще свободный? Сейчас, ребят, я посмотрю, потому что так я уже не помню. НАТО у нас свободный. Ух ты! А сюда точно, сюда еще кучу Иви можно добавить, но пока что мы туда добавлять не будем. НАТО у нас свободный. Кто у нас дальше по списку идет? Стиват. Поздравляю, ты у нас попадаешь в музей на НАТО. Дальше кто у нас по списку идет? Эмбуар. Свободный, да? Точнее, ну, кто свободный, а не кто по списку. А по списку дальше у нас идет Техник. Поздравляю, ты попал в музей. Не переставайте комментировать. В принципе, вы знаете правила. Если не комментируете там какое-то чтение времени, то... Ух, твою нафиг. Я... Вот охренеть я сейчас вспомнил. Знаете, что я вспомнил? Что у нас же в следующей серии очистка музея. Если бы я сейчас не сказал то, что продолжайте комментировать, потому что вы знаете правила, кто перестает комментировать, вылетает с музея. Вылетает с музея тогда, когда у нас проходит очистка музея. Только что я это сказал. И сразу вспомню, что в следующей серии у нас очистка. Охренеть. Ладно, кто у нас дальше свободный? Магнемайт у нас свободный, Хундур у нас свободный. Точнее, люди там были, да, но уже, можно сказать, вылетели оттуда, потому что перестали комментировать. Нет. Полетели, 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 ли-ли-ли. Я не знаю, честно, сколько людей вообще вылетит в следующей серии, но... я не знаю, может кто-то надеется, что много, может кто-то надеется, что мало. А вот эти эволюции нужно добавлять. Я что-то, знаете, как-то... Вот. Нет, это очень большой. Да твою нафиг. Вы что, издеваетесь? Так, ладно, пигми, самая маленькая, пускай будет. Или какая там. Дальше у нас кто идет? Саша Козырь, поздравляю, ты попал в музей. А ты попал в музей еще, ребята, секунду. Насалео, да, ты попал в музей? Так, сейчас. Так, дальше, дальше, дальше. Валрейн. Ты тоже большой. Ну, хрен его знает. Хрен его знает, честно. Я не знаю, каким тебя делать. Но это маленький, маленький. Ну, нет. Давайте чуть-чуть больше, что ли. Вот такой какой-то. Дальше у нас по списку идет. Бивервик. Охренеть. Ладно, тогда я просто вот так оставлю, чтобы одно было. Вот так. Сейчас. Вот так. Дальше кто у нас идет? Вот тут, в принципе, тоже нужно. Мы же уже вот это все. Магнетон. М. Магнетон. М. Ты что, издеваешься? Я что, забыл? Магнетон. Может, я просто неправильно как-то писал. Магнетон. Вот. Вот так. Кто у нас по списку дальше идет? Максим Тихомиров. Поздравляю, ты попал в музей. А тут почему убралось? А, значит, просто тут свободно. Ага. То есть тут никого нету. Вот так. Замечательно. Вот.
Магнетон. Кто у нас дальше по списку идет? Дальше по списку у нас идет Базик Геймс с возвращением. Охренеть, имя тут, конечно, висит где-то. Ты же вылетел с музея, но, в принципе, вернулся и дальше продолжен комментировать, поэтому поздравляю, ты опять попал в музей. Ты чё из... Вот эта хрень баганая. Так, сейчас. Так, я поставил. Ты же у нас вылетел с музея, а сейчас, в принципе, вернулся. Магнезон. Магнезон. Вот, еще и Шайни плюс к тому он у нас. Охрененный спаун. Эти нахрен спавнятся где-то в космосе. Вот как сверху, да? Этого ставишь, и он спавнится где-то в жопе внизу. Магнезон. Не, ребята, я так не хочу, чтобы вот так стояло. Ух ты, ух, сейчас нахрен. Твою мать, магни. Какой магнитон? Шайн. Ух ты ж нахрен. Вот, короче, не буду я уже там никого. Извиняюсь, не буду я уже там никого добавлять, я уже запарился. Фух, дальше, кто у нас последний на сегодня? Хотя нет, это уже был последний. Последний чувак на сегодня, который попал в музей, 9 человек, в принципе, ребята. На этом мы уже, наверное, будем сейчас заканчивать серию. Давайте еще быстренько сбегаем домой, там еще шайни вижу, двух шайни вижу, ни хрена себе. Ага, ага, значит, в туз. Нет, не пропадай, пожалуйста. Ты твою нахрен. Один шайни пропал, другой шайни пропал, нахрен, сейчас еще мозги себе попарил с этим магнезоном, магнетоном. Твою мать. Ладно. Закончили, да, и все, возвращаемся. Запарился я уже, если честно. Не буду я-то вот магнезона добавлять. Вот видите, какой он баганый. Магнимайт заспавнился нахрен где-то вверху, а магнезон заспавнился где-то внизу. Вот так. Все. Идем мы уже отсюда. Так, ладно, дальше. На Иви. Алаказам. На Сайтера. Сайтера у нас нахрен с самого начала, мы его еще до сих пор не прокачали. Зашибись. Хотел в этой серии сделать порядок в компьютере, разложить все как должно быть, но, как видите, просто времени нету. То мы прокачивали, то мы пошли орб делать. Ну, прокачивать, да? То сейчас музей с этими лагами, багами, и поэтому не успели. Ребята, давайте уже на этом закончим, в принципе, в этой серии, продолжим в следующей. Я надеюсь, она вам понравилась, я надеюсь, что она заслуживает... лайки вашего комментария. Я, в принципе, еще раз надеюсь, то, что вы это все ставите под этим видео. И, ребята, мы заканчиваем. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.